Главным событием недели, несомненно, стал День Победы. 8 ноября весь азербайджанский народ, каждый, кто любит Азербайджан и кто переживал за нашу страну во время Второй Карабахской войны, отметил первую годовщину с исторического дня – освобождения сердца Карабаха, города Шуша. Именно тогда исход войны был предрешен. И слова президента, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева «Шуша, ты свободна» означали одно – мы победили. Ты свободна, родная Шуша. Мы вернулись, родная Шуша. Мы возродим тебя, родная Шуша. Шуша наша, Карабах наш. Карабах Азербайджан. Шуша bizimdir. Карабах bizimdir. Карабах Азербайджандир.